Герой из трущоб. Узнает, что красный бык на зеленом фоне — это флаг полка, в котором служил его отец. Лама убеждает Кима ехать вместе с этим полком до колледжа Сан-Саверио, где он будет учиться как англичанин. Во время пути Ким находит не только новых врагов, но и нового друга, солдата Вилли. Красный слон. Вилли, научи меня, как так распределить вес на спине, чтобы поднять как можно больше. Я вижу, мне повезло. Я работаю с настоящим экспертом. Ты будешь смеяться, но я работал в самой лучшей конюшне Лахора. Я практиковался у лучшего конюха. Он мой друг. Его зовут Барбаросса. Ему достаточно одного взгляда, чтобы понять о лошади все. Он настоящий эксперт. Ну что, проголодались? Ты видел его? Ну дает! Да он самый главный жеребец! Это новый племенной жеребец капитана Беннета. Ему нравится то его огненный цвет и горячий характер. Да, мне такие бойки тоже нравятся. Оставь его, Ким. Нам не нужны новые неприятности. Вдруг еще капитан увидит. Ну и пусть, я его не боюсь. Ну хватит, я сказал, успокойся. Мне нужно зайти в одно место, а ты пока приготовь ведра и щетки. Будет сделано, генерал! Ах, как мне этого не хватало. Щетки и гребешки, как в лучшие времена с Барбароссой. Барбаросса легко бы усмирил такого ретивого, наглого, как ты. Прочь, перестань брыкаться, эй, дьявольское животное. Я понял. Ты хочешь войны, и ты ее получишь. Красные муравьи! Щетки и гребешки не для тебя. Ты достоин самого лучшего, что может быть. Вот, они поджарят тебе бока. Это, конечно, не метод Барбароссы, но работает тоже очень неплохо. Он сломал ограду, сейчас все убегут! Эй, прочь! Назад! Эй! Фух, слава богу, никто не проскочил. О, кроме жеребца Беннета. Если я упущу его племенного жеребца, то он съест меня заживо. К счастью, он нашелся быстро. А может, это совсем и не к счастью. О, нет! Остановись, помогите! Я прошу вас, не причиняйте нам зла! Пожалейте меня и ребенка! Прошу, отпустите нас! Нет! А ну стой! Назад! Пошел! Опа! Ты в порядке, Ким? Не знаю. Я увидел что-то, что я давно забыл. Воспоминания, когда я был с моей мамой в Лахоре. Эй, ты, бродяга, что с моей лошадью? Что ты сделал, дьявол? Это моя вина, господин. Это неправда. Он был в поле, я не следил за ним. Достаточно, закрой рот. Ким,
Ну вы молодцы. Но я знаю, что вы не просто так его упустили. Вы сделали это специально. Да вы не стоите даже подковы этого жеребца. Подобного поведения командир не может простить. Я обязан провести публичную казнь. Сержант Стэнтон! Готово, видите? Чего вы ждете? Вперед! Обещаю, будет больно. Это такая честь для меня. Мне так жаль, я себе этого никогда не прощу, Вилли. Не злись на себя. Не злись на того, кто этого действительно заслуживает. Мальчика нельзя, он может не выдержать фунта. Молчание! Или до заката солнца вы все будете наказаны. Эти двое наказуемых подвергли риску безопасность всего полка, позволяя сбежать нашим лошадям. Они должны заплатить за свою халатность. Нет, отпустите мальчика! Это же жестоко! На вашем месте я бы отпустил мальчика. Не пачкайте свою репутацию из-за какого-то бродяги. Да, это точно. Жаль, но лишние разговоры мне сейчас тоже не нужны. Эй, освободить мальчишку. Но как, господин? Молчать и выполнять приказания. С него достаточно того, что он испугался. Но для того, чтобы он запомнил этот урок навсегда, он будет присутствовать здесь вместе с нами во время наказания его товарища. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Это научило меня готовить сулима. Знаю, горит, но лечит, как ничто другое на свете. Самое главное, чтобы в раны не попала инфекция. Тогда может подняться температура. Не беспокойся, я не умру от этого. Я не доставлю такого удовольствия этой собаке Беннету. Как долго ты служишь у него? Слава богу, не очень долго. Сначала у нас был отличный капитан, он всегда был в хорошем настроении. К сожалению, он умер от малярии, и нам подсунули эту проклятую змею. Не повезло нам с ним, что и говорить. Ты знаешь, был ли Беннет в Лахоре? Нет, я не знаю. А почему ты спрашиваешь? Я думаю, это очень важно. Моя мать оставила меня там во время большого восстания. Я был тогда еще очень маленьким. Наверное, она была вынуждена это сделать. А что случилось? Я верю, что моя мама пыталась спасти меня от кого-то. Сулима сказала, что я должен найти важного человека на белой лошади. Он поможет мне открыть правду. Да, важный человек на белой лошади звучит красиво. Но пока мы знаем только паразита на красной лошади. Не думаю, что Беннет простой паразит. В его взгляде есть что-то, что напоминает мне ядовитое и очень опасное животное. Уже нельзя ждать, я послал письмо и даже не знаю, дошло ли оно или нет. А, ну вот, наконец-то. Дошло. Эх, знать бы сейчас, где этот ворчун Лама. Я соскучился по нему. И потом, как же он путешествует без меня? Сюда, сюда. Отлично, мой друг. Немного странный способ получать почту. Необходимо, чтобы твой полк прибыл в Лакно как можно позже. Задержи его. Но как задержать, не вызвав подозрений? Это не так легко. Я должен придумать что-то правдоподобное. Что-то, что не вызовет подозрений. Кабан, черт возьми. Мазь, которой ты намазал меня вчера вечером, просто чудо. Сегодня утром я проснулся другим человеком. Но почему мы до сих пор стоим? Разве мы не должны были отправиться на рассвете? Приказ капитана Беннета. Но ведь ему было приказано идти к северным границам как можно быстрее. Ну, наверное, капитан получил новое распоряжение сегодня утром. Так быстро? Со скоростью слона.
Капитан, река здесь может выйти из берегов, наш лагерь может затопить. Надо сделать плотины. Мне кажется, это напрасной работой. Не лучше ли нам побыстрее отправиться в путь? Мы бы в два счета добрались до Лакно. Я хотел дать отдохнуть солдатам. Тем более, у нас есть время в запасе. Достаточно просто перенести палатки. Мы готовы отправиться в путь в любой момент, капитан. Дьявольская пуговица и дьявольский проклятая река. Я должен срочно придумать что-нибудь другое, чтобы задержать полк. Как только мы прибудем в Лакно, я подам прошение о переводе в другой полк. А где бы ты хотел служить? Я бы хотел служить у полковника Крейтона, конечно же. Он отличный командующий. А ты случайно не знаешь, нет ли у него белой лошади? А, ты все об этой истории с важным человеком, который изменит твою жизнь? Да, мысль об этом не покидает меня. Знаешь, у скольких важных людей есть жеребцы красивого белого цвета? Таких людей тысячи. Крейтон далеко не единственный. Да, действительно, ты прав. Но это не так важно. Если Сулейма сказал, что я его встречу, значит, так оно и будет. Сержант, осмотрите мост. Есть, капитан. Я организую колонну. Ты возьми людей и оккупируй соседнюю деревню. Я не хочу рисковать во время перехода через реку. Но в этой области никогда не было мятежников. Это не важно. Эти дикари, почувствовав наш кулак, лишний раз подумают, перечить ли нам. Капитан прав. Выполнять приказания. Быстрее, давай, давай. Проклятье, только бы задержать полк. А, вперед, нет! Глупец, смотри, что ты наделал! Но, господин, ваша лошадь перерезала мне путь! Хватит, идиот, ты испортил много наших припасов, я должен был бы расстрелять тебя! Нет, прошу вас, я сейчас все исправлю! Эй, помогите мне, на помощь! Давай, давай, поможем, давай сюда, быстрей! Взяли? Сюда быстрее, соберите эти ящики, пока не намокло. Я позабочусь об этом, господин. Все под контролем. Да, вижу. Работай, солдат. Да, превосходная позиция. Все выходите из домов, побыстрее! Я не шучу, или вам не поздоровится! Быстрее, быстрее! Быстрее, сказал! Живо все соберитесь там! Пока будут громить ваши сараи, я хочу вас всех видеть у себя перед глазами! Господин, но нет никакой необходимости использовать силу. Наши дома открыты для вас. Не нужно твое мнение, старик. Уберите его. И других тоже, пока я не вышел из себя. Отлично. Посмотрим, чем там можно поживиться. Давай быстрей. Чего застыли? Вперед, пошевеливайтесь! Ого, смотри сюда! Зачем солдаты ушли в деревню? Тебе ли не все равно? Идем. И лучше подумай о чем-нибудь другом. Эй, смотри, какое здесь чудо! Красивый бивень. Здесь, по крайней мере, 30 фунтов слоновой кости. Нам заплатят приличную сумму за него. Это не просто бивень. Он от красного слона и принадлежит богу Дунгаре. Он разгневается и нам всем не сдобровать. Что, красный слон? Не рассказывай глупые истории. Клык теперь наш. Лучше тебе замолчать. Поди прочь. Если вы его вынесете из деревни, река затопит деревню и всех нас. Убери руки, старик, а не то я тебя... Видели это? Бог в гневе. Вы не должны перечить ему. Отойди к своим и держи рот на замке, или я сам тебя накажу. Отлично. Отсюда точно никто не услышит взрыв.
рука сломала плотины. Слоны! 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 О нет! Деревня! Там же деревня! Они бегут, Ким, нет! Мы не сможем остановить это! О, Дунгара, прости нас! Имей сострадание к нам! Это дьявол! Надо бежать! Бежим отсюда! Туда, к тем деревьям! Бегите, бегите! Помогите людям, кто-нибудь! Не потеряй бивень! Сюда! Сюда! Здесь можно выбраться! Мама! 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 Мама, помоги! Мама! Мама! Скорее! Держимся друг за друга! Ох, какая жалость! Полк задерживается до окончания дождя. Река перекрыла нам дорогу. Давайте обойдем снизу и найдем хорошее место, чтобы разбить лагерь. Это все ваша вина! Дунгара! Красный слон! Это же кощунство! Смерть англичанам! Позор! Осквернители! Но о каком кощунстве они говорят? И что за красный слон? Двое наших солдат украли из деревни священный предмет этих людей, бивень слона. Если в этом проблема, то не беспокойтесь. Мы найдем виновников и вернем все, что было отнято у вас. Английская армия не просит ни у кого извинения. Разгоняйте их сейчас же. Но как? Вы будете обсуждать мои приказы? Штыки к бою! И зарядите ружья! Выполнять! Ну что же они делают? Они хотят убить нас! Мы так много потеряли! Мы не хотим умирать! Мы уходим! Разрушили все! Еще хотят убить нас! Проклятые англичане! Вперед! Идем! Ну и капитан у нас. Потом он жалуется на мятежные восстания. Капитан ищет столкновений с жителями всеми силами. Но мы нарушим его планы. Мы должны вернуть слонов и бивень тем бедным людям, но способом немного необычным. Значит, мы можем распилить его пополам на мелкие кусочки, ведь слоновая кость продается на вес. Да, на вес, но цельный бивень будет стоить побольше. Он достаточного размера, чтобы мы смогли спрятать его в вагоне моего друга. Мы заплатили ему пару фунтов, что он нас не выдаст. Подожди, иди за мной и все увидишь. Но почему ты не дал разделаться с этими двумя? Потому что я хочу приготовить сюрприз капитану. Сулима готовила не только лекарства и мази, она также знала секреты окрашивания естественными красителями. Мы с ней красили самые красивые сари в Лахоре. Желтые цвета, оранжевый, синий цвет и красный! Бог Дунгара сотворил чудо! Я говорю, что мы получим по крайней мере по 10 фунтов стерлингов золотом, а? Ты думаешь меньше? Чтоб мне провалиться, это красный слон! Да это дьявол! Бежим! Нет, пощади нас! Позволь вернуть его тебе! Он твой! Возьми его! Ты слышал этих трусов? Это дьявол! Глупцы какие! Ты настоящий чертенок! Отлично, теперь все ясно. Нужно вернуть бивень на его место. Все совсем разрушено. Бедная деревня, несправедливость. За что? За что? Смотрите! Слоны! Красный слон! Красный слон!
Бивень! Смотрите, они идут к нам! Красный слон! Бивень! Бивень, который они украли у нас! Это бивень, который они у нас украли! Дунгара простил нас! Ура! Дунгара простил нас! Господин, господин! Чудо! В лесу красный слон! Он принес украденный бивень в деревню! Что? Какой красный слон? Да не может быть. Да это вздор, не может быть. Нет. Люди в деревне празднуют, они уже перестраивают мост. Теперь мы можем продолжить путь в Лакно! Красный слон, какого дьявола? Что он несет? Мальчишка, опять он. Но это в последний раз. Молодец, наш Дунгара. Отлично придумано, парень. Ты что, всем рассказал? Да. А что? Потому что, пользуясь симпатией людей, ты можешь избежать проблем с этим паразитом, нашим капитаном. Хорошие новости, парень. Полковник Крейтон услышал о твоих подвигах и хочет видеть тебя. О, большой человек на белой лошади теперь знает о тебе. Твоя судьба предсказана, верно? Удачи тебе, Ким. Да, новости летят. Новости летят. Командование приказало мне сопроводить тебя лично. Какая честь. Следуй за мной. Мы еще встретимся. Но дорога в Лакно ведет прямо. Почему мы съехали? Полковник ждет тебя там. Я выполнил свою обязанность, теперь я прощаюсь с тобой. Прощай! Я забуду о нем и надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Меня ждет полковник! Эй! Вперед! Давай, давай, скачи быстрее. Крейтон даже не знает о твоем существовании, глупец наивный. Молись, потому что ты в ловушке и заплатишь за все. Полковник Крейтон ждет меня. Это очень хорошо. Приветствую тебя в военном приюте, маленький беспризорник. Теперь ты в хороших руках, и тебе придется сильно попотеть. Ты здесь надолго. Мультфильм озвучен на студии Handmade Sound. Перевод Александры Шедловской. Песню исполнила Александра Смирнова. Роли озвучили Дмитрий Богдан и Екатерина Кудринская. Звукорежиссер Артем Каркач.